Это у нас был сегодня первый турнир. Этим турниром мы закладываем первый фундамент. И мы собираемся продолжать развивать это в год. 3-4 турнира делать. Хотим быть как лига профессионально. У нас в гостях были такие звезды, как Рустам Хабилов, боец действующий UFC. И много звезд было. Сегодня были очень крутые пары. Пары составляли такие, чтобы были примерно равные соперники, чтобы было зрелищно и красиво. В заключение этого турнира мы будем продолжать месяца через 3-4 делать Спартак Челлендж 2. Ну и развиваться дальше. Хотим выйти более на мировой уровень. Спасибо моему другу Артаку Назаряну за предоставленную возможность выступить на этом турнире, в главном событии этого вечера. В общем, у меня будет реванш за Уром Исаевым. Первый наш бой сложился не в мою пользу. В принципе, его как такового не было, я получил травму. В общем, ну сегодня, слава богу, подошли оба в хорошей форме, без травм, так что будет интересный бой. Хочу сказать спасибо огромное моему тренеру Гранту Мирзаяну и второму Олегу Чемандрину. Там не важно, первый или второй, они мне оба как два отца с самого начала. Вот они для меня пример во всем. Я их очень люблю, спасибо другу и боевому товарищу Артаку Назаряну. Он тоже мне очень помог в этой победе, всей своей команде, любимой девушке. Ну и, конечно, родителям, сестре и маме, у меня больше никого нет. Вес был тяжело сделать, и плюс температура была, но вера в себя и благодарность тренерам помогли одержать победу. Будет еще не один турнир, вы меня еще обязательно увидите, я все для этого сделаю. Спасибо организации и большое вообще спасибо всем, кто в меня верил и продолжает верить. Спасибо большое. Декабря 1928 года произошла страшная трагедия. В Армении было страшное землетрясение, и я хотел бы видео это посвятить в свой бой, память этим людям. Это был самый трудный час для армянского народа. Но в этот тяжелый момент все братские нации, все братские друзья, ближайшие страны, Беларусь, Грузия, Россия, Украина, пришли нам на помощь, и благодаря им более 15 тысяч людей смогли спасти из-под завала достать людей. Спасибо всем. Спасибо любой нации, которые помогали нам в трудный час. А турнир, братья, турнир хотел посвятить бы миру, двум братьям, России и Украине. Хватит войны. Давайте вместе, ребята, дружим. Сплоченность, сила и единство. Мы вместе должны быть сильными, и тем поддерживать друг друга.